Тюмени завершается 9-й всероссийский форум «Инфотех-2016». Сегодня с тюменскими разработками знакомятся делегации из Казахстана и Башкортостана. Трехдневный семинар стартовал сегодня в Федеральном центре нейрохирургии. Мастер-классы проведут лидеры мировой медицины. Особое внимание уделят операциям на стыке головы и шеи. В Ишиме возводится первый монолитно-каркасный жилой комплекс. Это два дома площадью почти 3000 квадратных метров. В деревне Марково Упоровского района расширяется тепличное производство. Сейчас в хозяйстве готовятся к новому урожаю. У службы единого социального телефона появилась функция обратного звонка. Стоит только нажать на циферблате 9, и специалист сам перезвонит абоненту.